Путин недавно, когда премьер-министром был России, он был в Индии официальным визитом. Он там руку положил на плечо премьер-министра Индии и говорил, народу говорил, что индийский народ и российский народ, мы родственники, мы потомки Заратустры. А Заратустра — это Зардуст, значит, пророк, друг Бога, Хабибулла, значит, переводит на талышском языке. Зардуст, Заридуст, значит, друг Бога, посланник Бога. Его учили этому, что индийский народ и российский народ родственники, они арийцы. Но индийский народ и российский народ, они должны знать, что родная мать Заратустры, которая земля родила Заратустру, для всего человечества, это родная мать, моя талышская земля. И мы будем сейчас этот гимн запевать, моя талышская земля. Святые каты Заратустры, та сестрая мать Заратустры, родная мать Заратустры, моя талышская земля, 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 моя талышская земля. Посмотрите зорким оком, дано тиграм Господом Богом, не станет волчьим логом моя талышская земля, 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 моя талышская земля. Зову последним магиканом, называлась я матерью Каном, Мидио и Атро Патаканом, моя талышская земля, моя талышская земля, моя талышская земля, моя талышская земля, ах, моя талышская земля, моя талышская земля, моя талышская земля. Ее тайна еще не скрыта, с Кашмира до самого Мадрида, ключ древнего санскрита, моя талышская земля, 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 моя талышская земля.